наших от Ольги? Нет. Рядышком? Часто принимали участие в жизни их? Как получалось, друзья. Вот сегодня вы сидите рядышком с ними. Есть такая народная примета. Те, кто сидит поближе к молодоженам, это значит с намеком. Хотят, чтобы были ближе и чаще с ними. Видите? На расстоянии 2 метра. Пожалуйста, вам слово. Оля, ты сегодня вышла замуж. Вы с женой, с которой желаю вам всего хорошего и чтобы всю жизнь пожили вместе, счастливо. Как все равно. Ну, справитесь. Спасибо. Я желаю неисчерпаемого счастья, здоровья, главного, чтобы не было никогда. Как он не решал, никогда. Тоже забыл. Ой, что не пожалуйста. Чтобы мы всегда помнили, всегда берегали друг друга, любили, чтобы было у вас дома, уют в доме, смех в доме, ну, всего самого лучшего. Спасибо.